Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувашакипасиндубевача Патитананг Паванебхо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачаланг Пангунланг Хетагирим Ятки Патамаханг Ванде Парамаанандамадавам Вриндавай Тулсидевай Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мадире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Писфуриджита Кимапикабодушва Дарши, Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти, Сарати Кама и Када Кипам Каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджану ламбита фужоу канока бодато Шанкиртаной капитаро камала ютакшо Вишам бару дижа бару джугадхарма пало Банде джагат приякаро Корунам хатаро Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам, Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам, Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Парам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги саджасва бадане лакшмир ясса ча бхакшаси ясся стидая самбид твам нишинга махам бхаже Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари. Тасайва хета праджате хета ковидо
Nalabhati yad brahmatam pariyad Talabhati dukkabad annataho sukham Kalena sarvatra gavir rangasa Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал в ответ на вызов, на чей-то вызов, видели ли вы Бхагавана, отвечал. Какая разница? Вопрос в том, вы хотите увидеть его или нет. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, когда Шрилу Прабхупаду спрашивали, вы-то сами видели Бхагавана? Если даже я видел, отвечал он, какое тебе до этого дело? Вопрос в том, хочешь увидеть его ты или нет. Материалисты с вызовом настроены. Им в действительности не интересен трансцендентный мир, потому что они не понимают его. Что материалист может увидеть своими глазами? Только мочу и испражнения мужчин и женщин, кровь и плоть. Это единственное, на что способны их глаза. Именно поэтому Прабхупад часто говорил, что существует огромная разница между материальным и трансцендентным миром. Bhajan mean to rectify. Bhajan mean to rectify your darshan. Bhajan означает исправить наше видение, исправлять видение, исправить то, каким мы видим все окружающее. И благодаря усовершенствованию своего видения, в конце концов, я смогу лицезреть апракрита, трансцендентный мир. Все дживы этого материального мира имеют свое собственное видение. Тигр видит одно. Когда он видит вас или видит красивую женщину, он смотрит на нее в смысле, что это моя еда. Все дживы, абсолютно каждая джива обладает своим собственным видением, не только человек, в соответствии со своими предыдущими самскарами. То, каким даршаном обладаете вы, каким видением обладаете вы, зависит от ваших предшествующих самскар, от ваших предыдущих впечатлений. И никто не может изменить свое видение силой. Это возможно лишь по милости Гуру и Вайшнавов. Now what we are watching, what seeing,
То, что мы видим сейчас, несовершенно, неполноценно и перевернуто с ног на голову. Это грязный даршан, грязное видение. Из-за гордости можно сказать, можно утверждать, я видел, я все видел, я все знаю, но что в действительности вы могли видеть? Обусловленная душа склонна к несовершенству. Ее возможность слышать несовершенно, ее возможность говорить несовершенно. Все, что делает джива, несовершенно. Именно поэтому в шастрах сказано, что обусловленная душа склонна к четырем недостаткам. Изначально они присущи ей. Джива склонна ошибаться. Випралипса — это склонность обманывать самого себя. Вы думаете, что вы очень разумны, очень умны, но каждый думает о себе как о разумном. Это действительно так, но в соответствии с их оценкой, с их собственной оценкой. Не в соответствии, к примеру, с моей оценкой или в соответствии с оценкой Махапрабху. Вы, может быть, и умные, но в соответствии с вашей меркой. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, после того, как живое существо получает тело, возможность мыслить, задумывается ли она о том, что произойдет с ней после того, как она всего этого лишится. Каждый думает, что тело и все, что дано ей навсегда. Живое существо не задумывается, куда я отправлюсь после того, когда я лишусь этого тела. Прабхупад говорит, что мы вновь и вновь должны размышлять над этим. Куда я пойду после того, как оставлю тело? Все думают, это будет что-то прекрасное, я отправлюсь в какое-то замечательное место. Хорошо, замечательное, но куда именно? Тот же, кто может понять, что существует что-то за пределами, какое-то таинство творения, за пределами творение, что-то, что мы не можем постичь своими усилиями, своими собственными усилиями. Абсолютная истина. Абсолютную истину невозможно познать своей собственной силой. Именно поэтому Прабхупад часто говорил, что логические толкования, логика не имеет места быть в вопросах абсолютной истины. Мы находимся
в мире видимой правды. Я знаю, это твой сын, это ваш сын, он твой сын. Но насколько, как долго это действительно, то есть это факт, на какое время? После того, как тело будет покинуто им, он перестанет быть вашим сыном. Теория относительности была открыта Альбертом Эйнштейном. Он создал замечательную теорию. Когда вы наслаждаетесь чем-то, вам кажется, что время очень быстро мчится. И когда вы вспоминаете, вы думаете, эти дни прошли так быстро. Но если вы идете по горячему песку, допустим, вам придется идти по горячему песку под раскаленным солнцем, по раскаленному песку под палящим солнцем, вам покажется, что время остановилось, что оно перестало идти. То есть все относительно. Прабхупад написал небольшую книгу под названием «Истина подлинная и временная». Все творение, кроме трансцендентного мира, именно относительно. То есть оно относительно, но в трансцендентном мире нет, теория относительности не работает. Майя не позволяет нам увидеть вещи такими, как они есть. Но когда мы выйдем из-под ее влияния по милости гуру, вайшнавов и Бхагавана, мы сможем увидеть истину. Мы поймем, что я не это тело. И что есть моя сварупа? Как я уже говорил, Дживе присущи четыре недостатка. Когда же вы достигнете успеха и избавитесь от этих недостатков, лишь тогда вы сможете войти в трансцендентную реальность. Вы увидите апракритавасту. Скитаясь по 14 мирам, вам повезло обрести это человеческое тело. И не только это, вы пришли в Навадвипадхаму. Сколько в мире кроров людей? Но кто заинтересован в том, чтобы приехать сюда? Вы так удачливы. Сам Шри Кришна Чайтанья Махапрабху присутствует здесь. Только если вы прикоснетесь к этой священной земле, вы уже достигнете успеха. Вы настолько удачливы. Прабхупад говорил, что мы не можем увидеть Верховного Господа, мы не можем увидеть святую обитель Господа, Дхаму, не можем увидеть. Тем не менее, нам лучше делать что-то, чтобы они захотели увидеть нас. Однажды один преданный из Шри Чайтанья Матха, обратился к Прабхупаде после того, как было завершено арати. Прабхупад, мы не можем увидеть божеств из-за маленького проема в алтарной. Мы не можем
видеть их должным образом во время арати. Прабхупад ответил на это. Вы не сможете увидеть Верховного Господа этими глазами. Но вам нужно делать что-то, что-то особенное, чтобы Бхагаван захотел увидеть вас. До начала Браджамандала Парикрамы Прабхупад вновь и вновь, день за днем, говорил о трансцендентном облике Дхаммы, о том, как правильно жить в Дхамме, то есть находиться в Дхамме, с каким настроением, с каким настроением необходимо совершать парикраму. Он говорил, если я приезжаю в Дхамму, чтобы посмотреть, что из себя представляет Говардхан, или хочу насладиться запахом прекрасных цветов в Дхамме, которые растут повсюду. Если у меня есть какое-то наслажденческое настроение, наслаждаться природой Вриндавана, так красиво вокруг. Это не есть Дхамма Даршан. Если я хочу наслаждаться фруктами, плодами Вриндавана, это не даршан святой Дхаммы, это стремление наслаждаться. Так Прабхупад говорил, что до того, как отправиться в Дхамму, необходимо приготовиться. В противном случае вы совершите апарадху. Вы пойдете на парикраму, но там получите, совершите лишь апарадхи, ничего кроме этого. Я говорил вчера о трансцендентном облике Вриндавана. Шлока, с которой я начал, очень важна. Для дживы, естественно, стремление наслаждаться. For infinity period, we are traveling. I told now 2 days ago. Как я рассказывал пару дней назад, живое существо скитается по материальному миру. Мы совершаем парикраму жизнь за жизнью. Мы совершаем самсара парикраму, а самсара бесконечна. Если я попрошу вас найти конечную точку самсары, у вас не получится. Никто не смог этого сделать по сей день. Попытайтесь понять, кто такой Бхагаван. Он вездесущ, всемогущ и всезнающий. А наше скудное сознание бесполезно. Those who are really
По-настоящему разумные могут осознать прошлое, настоящее и будущее. Они могут постичь то, что за пределами этого мира. Вы рождаетесь, умираете, рождаетесь и опять умираете. Таков цикл. Сейчас вы родились в Германии, в следующей жизни, может быть, вы родились в Африке. Живатма вечна. Вы оставляете тело, тем не менее, атма не умирает. Но проблема в том, что мы совершенно не заинтересованы в благе души. Несмотря на то, что они, может быть, и слышали, что атма вечна, она вечно существует, но на этом все и останавливается. Они не могут продвинуться вперед. Чтобы исполнить интересы вечной души. Они слышали много раз, что мне придется умирать. Да, когда-нибудь это произойдет, но это будет очень не скоро. А кто может сказать, может быть, через 10 дней, через 10 минут мне придется умереть? Есть какая-то гарантия того, что через 10 минут я не умру? Есть какой-то сертификат, когда, где сказано, где говорится, что когда я умру? Парикшит Махарадж получил такой сертификат, такой, но у нас такого сертификата нет. У меня нет, у вас нет. Тем не менее, мы продолжаем спокойно наслаждаться жизнью, как глупцы. Итак, в шлоке сказано, что те, кто по-настоящему разумные, стараются постичь то, что за пределами материального мира. Мы вновь и вновь рождаемся и умираем, рождаемся и умираем. Но мы же так разумные, почему же мы не можем разрешить эту проблему, разрешить проблему рождения и смерти? Решение есть, но оно никому не интересно. Итак, я говорил о трансцендентном облике Дхаммы. Я рассказывал о том, что Дхамма, Навадвипа Дхамма, не состоит из материальных элементов. Подлинный саду может видеть, лицезреть Дхамму. Именно поэтому я и говорил вчера, позавчера. Благодаря особому лекарству можно улучшить зрение. Все знают об этом лекарстве. Его наносят на глаза, и зрение улучшается. Но в трансцендентном мире
лекарства это не работает. Сколько бы вы ни наносили это лекарство на глаза, оно не поможет вам увидеть Бхагавана. Но если вы разовьете любовь, глубокую любовь к Бхагавану, к святой Дхаме, к Наму, естественным образом возможность видеть, ваша возможность видеть возрастет. Чинтамани пакара сармусу. Here one diamond is available. In the whole world, nowhere available. It was called Kohinur. You heard the name? Kohinur — это один, это редчайший бриллиант, который британцы вывезли из Индии. Вы знаете, сколько он стоит? Это самый дорогой камень во всем мире. Можете ли вы представить себе, сколько стоит, какие дорогие, насколько дорогие камни есть в трансцендентной обители? Брахма говорит, он сам видел то, о чем говорит. Вся Дхама умощена трансцендентными камнями. Как вчера я рассказывал, Акбар Ватсар просил Санатану о каком-то служении вновь и вновь. В конце концов, Санатан Гасай сказал, там сломана лестница, не мог бы ты ее починить? Царь, эго царя было задето. Я же царь, а меня просят починить какую-то лесенку. Какие-то ступеньки. Это просто оскорбление. Но когда Санатан Гасай понял мысли царя, он показал ему, иди, вот там это ступеньки эти. Взгляни на них. Когда Акбар Ватсар увидел их, он увидел Вриндаван. Благодаря милости Санатана Гасая он смог увидеть Вриндаван. Он просто обезумел. Он начал просить прощения. Пожалуйста, прости из-за ложного эго. Я был высокомерен, но сейчас я понимаю, что я не смогу починить ее. Один, единственный драгоценный камень из, с этой ступеньки, если я всю свою страну продам, будет недостаточно, чтобы купить даже один драгоценный камень с этой ступеньки, с этой лестницы. Поэтому в Чайтанья Бхагавате сказано, что тот же самый Прабху, та же самая Дхама. Но если у вас есть глаза, если у вас есть возможность видеть, то есть суть в том, что вы можете видеть, если у вас есть эта возможность, если вы обладаете возможностью видеть. Именно поэтому и есть правило, что в Дхаму нужно идти, ехать под руководством чистого преданного. Возможно, из-за ложного эго вы не готовы поверить мне, но мое
моя обязанность обрубить этого ложное эго. Бхатха-джива обладает свободой выбора. Она может слушаться меня или не слушаться. Что я могу поделать? Мы не можем увидеть Дхамму. Тем не менее, Вриндаван Дас Такур Махашай пишет, что все парикары Бхагавана, что сам Бхагаван присутствует здесь, что все здесь, в Святой Дхамме. Тем не менее, мы не способны увидеть это. Поэтому и существует такое правило, что Дхамму нужно совершать под руководством самоосознавшей себя души, чистого преданного, таких как Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Вы можете идти, отправляться на парикраму под их руководством и получать даршан Святой Дхаммы, потому что они обладают возможностью даровать вам осознание. Нитянанда Прабху помог осуществить парикраму Дживи Госвами Паду. Ишан Такур помог Шринивас Ачарье. А во Вриндаване Махапрабху попросил в Раджавасе показать ему святую обитель, святую Дхамму. То есть он и сам Браджавасин, тем не менее он прибегнул к помощи Браджаваси. Рагав Пандит, великий вайшнав, Наротам Дас Такур, все наши ачарьи совершали парикраму под руководством. Вчера мы обсуждали эти строки. В них говорится, что праная бхакта обладает глубокими, близкими, любовными взаимоотношениями с Бхагаваном. И лишь под их руководством можно увидеть Дхамму. Я уже говорил, что Дхамма — это Баладева Татва. Она бесконечна. Баладева Татва самая милостивая. Сам Бхагаван проявляется в форме Дхаммы, Нама, парикаров, спутников. Сам Бхагаван нисходит сюда, проявляет себя как своих преданных, как Дхамму, как нам, для того, чтобы дать нам возможность осознать что-то трансцендентное. Итак, Прабхупад очень много рассказывал, подготавливал преданных к тому, чтобы начать парикраму. А после того, когда парикрама уже была завершена, и преданные приходили к Прабхупаде за разрешением вернуться домой, Прабхупад плакал. Они приходили и говорили: «Прабхупад, позвольте нам вернуться. Позвольте нам поехать назад домой». Прабхупад плакал, потому что обусловленная душа получила возможность совершить парикраму, принимать прасад в
встретиться, слушать Харикатху и Сустсаду на протяжении 7 дней, на протяжении месяца, но теперь вновь она возвращается в этот костер, прыгает в огонь. И решение, как мы пытаемся решить сейчас проблемы, мы просто прыгаем с раскаленной сковородки в открытый огонь. Мы не понимаем, где решение наших проблем. Тем не менее, Дхамма Парикрама произведет революцию в нашей жизни. Если обусловленная душа совершает Дхамма Парикраму и при этом не допускает апарадх, она получает, накапливает сукрити, но лишь при условии, что она совершает этот парикраму под руководством чистого преданного. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамад Пури Госвами Махарадж и другие вайшнавы, такие как Шрила Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Валабха Тиртха Госвами Махарадж совершали парикраму. Когда во время парикрамы Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж танцевал и плакал, он пел настолько сладостный киртан. Что те, кто не понимали язык киртана, а Мадхава Госвами Махарадж пел на Бенгали, то есть люди из Панджаба или из Ори, Зарисы, все они плакали, когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж пел этот баджан. Мы оставили наш... Я оставил свой дом в поисках Кришны. Это в действительности наша единственная обязанность — искать Кришну. Цель нашей жизни, значимость, значение нашей цели, нашей жизни — это искать Кришну, потому что мы лишены Кришны. А Кришна — наше единственное богатство. Кришна — према — наше единственное богатство. И Мадхава Госвами Махарадж плакал и пел: «О, Браджаваси, покажите, где Кришна! Покажите, где Кришна!» Плача, он пел на Бенгали. И плакали все, кто присутствовал, даже те, кто не понимали, о чем он пел. Почему же? Почему они плакали? Что они понимали? Мадхава Госвами Махарадж плакал, и все преданные вокруг рыдали. И наш Бхарати Махарадж спросил кого-то из преданных из Панджаба: «Матаджи, почему вы плакали? Вы что-то понимали, о чем пелось?» На самом деле, это Матаджи сама подошла к Бхарати Махараджу и сказала: «О чем Гуруджи пел?» Бхарати Махарадж сказал: «Ты что, не понимаешь Бенгали?» «Нет, не понимаю. Что ж ты тогда плакала?» Я не знаю, почему. Почему я плакала, я не знаю. Потому что это своего рода телепатия. Когда Гуру Пада Падма
испытывает глубокие чувства, если вы обладаете связью с Ним, Его глубинные чувства переходят в ваше сердце. Как когда горит огонь. Вы не хотите, чтобы, допустим, вы не хотите тепла от этого огня, но вы его получаете, потому что вы рядом. Хотите или нет, вы получаете, вы чувствуете исходящее от огня тепло. Может, этого и не хотите. Может быть, не зима, не надо вам этого тепла. Но в любом случае вы чувствуете это тепло и становится светло вокруг огня. Именно поэтому нельзя совершать апарадхи, потому что если вы совершаете апарадхи, вы не сможете получить благо от общения с гуру вайшнавами. Если же вы не совершаете, то вы получите определенно благо от парикрамы, от общения с саду. Возможно, вы абсолютно ничего не знаете о Гаудия Бхаджане. Ничего не знаете о Гаудия Вайшнавизме. Тем не менее, соприкоснувшись с вайшнавами, вы получите благо. 100%. Даже не осознавая, какое благо вы получаете. День за днем вы будете осознавать. Постепенно ваше сознание увеличится, возрастет. И у вас появится замечательное сатвичное настроение. У вас будет больше и больше желания слушать Харикатху и совершать киртан. Почему вы не сможете объяснить себе? Это будет происходить автоматически. Когда Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махарадж совершали Дхамма Парикраму, Навадвипа Дхамма Парикраму или Вриндавана Дхамма Парикраму, Мадхава Госвами Махарадж просил Шрилу Пури Махараджа, как своего старшего духовного брата, рассказывать о различных святых местах во время парикрамы. И Шрила Пури Махарадж рассказывал Харикатху. Он шел очень медленно. На самом деле, Гуру Падма всю жизнь отличался медлительностью. Он делал все очень качественно, но медленно. Когда он был уже в очень преклонном возрасте, он все равно ходил на парикраму и шел очень медленно с палочкой, опираясь на палку. Материалисты, которые не могут считаться преданными, испытывали беспокойство от этого. Они говорили: вот мы опаздываем, Махарадж слишком медленно идет. Мы не можем, мы вовремя не примем прасад. Когда Шрила Бхактивалаба Тиртха Госвами Махарадж услышал это, он очень разгневался. Идите, бегите, ешьте, принимайте прасад, отдыхайте. Вот и вся ваша жизнь. Вы хотите спать и принимать прасад. Идите, бегите. Бегите. А мы пойдем за Шрилой Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем. Мы будем следовать ему. Кто покажет нам Дхамму? Вы можете увидеть Дхамму? Мы пойдем за ним. Возможно, он идет медленно. Он приходил на Радха-кунду, на Лалита-кунду, Шьяма-кунду, везде предлагал поклон и плакал.
А затем начинал рассказывать о славе этого места. Если обусловленной дживе совершенно неинтересно ходить на огромные расстояния. Но нам это интересно. Я вот каждый день ходил на Говардхана Парикраму. Ежедневно я обходил Говардхан. А иногда даже две парикрамы в день. 48 километров. То есть, когда есть осознание, хочется, это, хочется осуществлять парикраму, но когда этих осознаний нет, живое существо испытывает лишь усталость. Поэтому во время парикрамы порой Гуру Падма говорил: «Преданные, послушайте меня. Сейчас время уже вышло. Вы, наверное, проголодались. Как я могу рассказывать харикатху? Вы есть хотите, и время уже вышло. Поэтому вам уже пора на прасад. Нет времени мне рассказывать харикатху». Но хорошие, настоящие преданные говорили: «Махарадж, мы дома едим каждый день. Отдыхаем там. Каждый день едим и отдыхаем в точное время, в правильное время. Но мы не приехали сюда, чтобы вовремя кушать и отдыхать. Мы приехали сюда, чтобы что-то осознать, чтобы что-то понять благодаря вам. Потому что если не вы, то кто поможет, кто даст нам это знание, это осознание? Итак, мы не голодны. Пожалуйста, продолжайте говорить. Рассказывайте харикатху. И тогда Махарадж прославлял святые места очень, очень медленно, постепенно. Если вы сможете развить единство с Бхагаваном и с Дхамой, вы будете испытывать огромное наслаждение. Но если между вами будет стоять занавеса майя, эта занавеса не позволит вам увидеть Дхаму. Именно поэтому, по милости гуру и вайшнавов, лишь по их милости, мы можем увидеть Дхаму. Дхама — это не объект моего наслаждения, это не то, чем я могу наслаждаться. Чтобы я на нее смотрел, любовался садами, Гирираджем, Махараджем. Это просто настроение наслаждения. И оно у всех нас преобладает. Поэтому-то мы и не можем увидеть Дхаму. Но мы можем сделать это под руководством Гуру и Вайшнава. Шри Чайтанья Махапрабху — сам Верховный Господь. Тем не менее, он показывает нам, как совершать Дхамма Парикраму, как пребывать в Дхамме. Во Вриндаване есть 12 главных лесов. According to your material estimation, you can see
48 крош. Около 500 километров. Один крош равняется 7,5 миль. Я думаю, а 2,5 мили? Нет, 2,5 километра равняется 1 миле. То есть, если подсчитать, то получится где-то 500 километров протяженность дхамы в соответствии с мирским видением. Тем не менее, дхама за пределами мирского видения. Дхама похожа на цветок лотоса. Об этом я буду говорить завтра. Утром, благодаря солнечному свету, лотос раскрывается. Об этом говорится в Брахма-самхите. Трансцендентный цветок лотоса, дхама. Иногда он раскрывается, а иногда закрывается. Все зависит от желания Кришны. По желанию Кришны йога майя устраивает раскрытие этого цветка лотоса или его закрытие. Поэтому я много раз говорила, что время, пространство, концепция времени и пространство, расстояние неприменимо к дхамме. Она применима к материальной земле. Если бы я отвез вас на другую планету, мы привыкли к трем измерениям, к трехмерности, но на других планетах существует четырехмерность. Столько планет существует с пятью измерениями, шестью измерениями, семью измерениями. Мы привыкли к трехмерному, то есть к, вот как мы измеряем, длина, высота и ширина. Но там совершенно иначе все устроено. На других планетах. Nandagram, Javad, this is all Vrindavan. But now local people, they think. В настоящие дни, I mean, местные the city Vrindavan называют Вриндаваном лишь сам город. На самом деле вся эта область есть Вриндаван. Даже Камьяван — это Вриндаван. Но в настоящий момент
Вриндаваном называется лишь сам город Вриндаван. И я хочу в связи с этим задать вопрос. Если Кришна Бхагаван хотел встретиться с Радхарани, ему приходилось где-то искать велосипед или оседлать лошадь, чтобы поскорее к ней приехать. Как возможно, что 70 километров он мог быстро преодолевать такое расстояние, быстро из Нандаграма добраться до Вриндавана? Если посчитать, сколько там километров? Сколько миль? Как Радхарани могла с Явата до Радхакунды дойти до Кусума Саровара, а потом назад вернуться на Радхакунду, а потом на Сурьякунду, и все это за короткий промежуток времени? Только что Радхарани была в одном месте, на Кусума Сароваре. А через мгновение она уже на Радхакунде. И тот, кто уверяет, что это невозможно, они не понимают трансцендентной природы Дхаммы, ее особенности. Вы знаете, кто такой Кави Карнапур? Сын Шивананда Сена. Он был великим преданным. Он оставил так много писаний, составил так много писаний. Он сосал правый палец на ноге Махапрабху. На правой ноге палец. Можете себе представить, кто он такой? Он был великим вайшнавом. Писал он то, что он писал, настолько могущественно, что даже пандиты этого не могли понять. Настолько возвышенно. В одной из своих книг он написал следующее. Как возможно, что Махапрабху находился в Гамбире? Вы были в Гамбире? Видели Гамбиру? Там очень маленькая комната. Как же это возможно, что тысячи людей могли разместиться там, в Гамбире? Тысячи людей приходили и уходили от Махапрабху. Как описано в читании Бхагавате. В ответ на это он сам писал, что Гамбира, храм Гамбиры, комната в Гамбире — это обитель Господа, то есть это дхамма. Соответственно, материальная концепция неприменима к ней. Материальная концепция измерения пространства. То есть вот эта трехмерность, длина, высота и ширина не может быть применима к Дхамме и, соответственно, комнате Махапрабху. Дхамма — это бригувасту. Преданные, такие как Радхарани, абсолютно не думают о времени.
Они не думают: «О, время вышло, как мне сейчас идти к Кришне? Уже поздно». Они лишь поглощены служением, настроением служения. Они не думают: «Сейчас подходящее время, чтобы идти?» Или «Это слишком далеко, у Кришны сейчас слишком далеко, 70 километров». Они не думают об этом. Они лишь постоянно погружены в севу, в служение. Они не размышляют, как мне дойти до Кришны, уже слишком поздно. Потому что время и измерение времени, пространства неприменимы к этим трансцендентным играм. Йога майя устраивает все. Они погружены в бхаву, идут. Они даже не осознают, насколько быстро они идут, сколько они прошли. Потому что они погружены в настроение служения. Медленно они идут или быстро они идут. Они не осознают этого. Все это устраивает йога майя. Она все находится под ее контролем. Как герои встретятся, как осуществится их встреча, при каких обстоятельствах. То есть все, за все это отвечает йога майя. Как достичь Сурья Кунды? Я очень хорошо знаю расстояние между Радха Кундой и Сурья Кундой. Мне самому приходилось ходить под палящим солнцем с багажом на голове. Как сложно идти, потому что в любой момент в ногу может вонзиться колючка. Колючки, которые на полу, на земле. Там дикий лес, и там в любой момент могут появиться шакалы. И я вот так вот ходил с чемоданами на голове, с поклажей на голове. Можно даже увидеть следы от змей. Если днем пойдете, увидите зигзагообразные следы от змей очень больших размеров. Я, когда совершал парикраму, часто видел змей. Но они никогда не кусали меня, никогда никак не беспокоили. Когда я совершал парикраму, ни одного муравья даже меня не кусало. Никогда не было никаких болезней, голова не болела. Никогда не простывал, температуры не было. Это чудо, но этого никогда не было. Такого никогда не было. Дождь шел, а я не обращал на него внимания. У меня не было ни зонтика, ни одежды. Я шел, одежда высыхала на мне, но я не заболевал. И не было никакой уверенности в том, что сегодня я поем или не поем, где я буду спать сегодня. Я каждый вечер вновь искал место для того, чтобы поспать. Бхагаван устраивал, чтобы я поел. И я думал, зачем мне беспокоиться об этом, если я буду переживать о теле, о том, чтобы вовремя поесть. Зачем вообще в дхаму ходить? Ездить. Если я беспокоюсь о комфорте, если я хочу жить в комфорте, мне не нужно ездить в дхаму. Дхама — это не место, где можно наслаждаться. Один важный момент — дхама парикрама невозможно совершать на машине. Необходимо касаться пыли Святой Земли.
Завтра я об этом буду говорить, о том, как Прабхупад совершал парикраму, наш гуру Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, как Гауранга Махапрабху совершал парикраму. День за днем я буду говорить об этом, об этих очень важных моментах, важных и о своего опыта. Я не рассказываю пустые истории. Я очень счастлив. Как будто бы сейчас я все рассказываю, и как будто я все это вижу перед собой. Я не сплю, и я все это вижу перед собой. Таллаббати дукхабад аннатахо сукам, калена сарватра гавир ранна са. Ванча галбадра сукхи басиндвача, патитанан фабна бхавишна.